Доброе утро. В эфире новости. У нашего крупнейшего производителя «АвтоВАЗ» появится новый руководитель. И впервые в истории директором нашей компании будет являться иностранец. Его имя Бо Инге Андерсон. Шведский менеджер, который работал в таких компаниях, как SAP или General Motors. И успешно руководил российской компанией «ГАЗ». Теперь его ждет сложнейшая задача – вернуть знаменитому российскому бренду его славу. AJB Doc представляет «Посао у Руси». Неделя у 23.05 на Аль-Джазире.